Набережные Челны. Бульвар энтузиастов. Это что, утка что ли? Или что-то в этом роде? Ой, на самом деле он делал в разное время эти композиции, и вот там у него как-то это все... Вот я думаю, что надо с того ракурса смотреть. Вот. Змея. Да, это интересно. Да, вот так надо. Наверное. Её самое интересное, Ириш. Её... Хоть оттуда, хоть отсюда. Змея. Змея. То есть в воде. Пойдем сейчас, пошли, либо туда пройдем, либо, не, пошли, наверное, туда. Пойдем обратно. Да. Здесь городок уже. Ну. Здесь компания работает, не очень, наверное, здесь. Да-да. Вот этот бизнес-центр у них, который у них действительно называют. Слушай, она так это на самом деле пешеходная зона у них не сильно большая. Это своеобразный парк. Сквер. Да? Видишь, вопрос-то в другом. Да, он художник, он так видит. А это поставили. А если с другой стороны зайти? Да? В принципе, непонятно, с какой стороны на это все дело смотреть. Вот тут описание. Да. Если что. Ангел-хранитель. Это ангел-хранитель. То есть его надо с той середины смотреть, и будут крылья. Да. Человек, скорчившийся под тягами, под тяжестью, а ангелы-хранители с двух сторон защита. Да. Ну видишь, газон-то он предназначен, чтобы по нему можно ходить.
Ну да. Петунии и эти бархатцы. Там вот оранжевые. Очень красиво. Ничего не оригинального, но все же время прям красиво. Там вот, смотри, очень интересно тоже сделанные газоны. На территории? На территории. Какого-то учреждения. Ну. Повыше погода здесь, наверное, очень много народу, я так думаю. Ну да. Потому что спальник вот тут достаточно большие дома. Это школа. Возвращаемся к этому мостику. Ну и через него можно пройти. Да. Видишь, с одной стороны мостик не зря сделан, я думаю. Потому, а видишь, смотреть откуда, где табличка. Сдалека, нельзя вблизи. Сразу будет описание. И пойдем посмотрим, как называется. Да, конечно. Ну, включен-то один, получается, центральный. Ну там не было. Да. Гранитные надписи. За рождение. Погода не сильно теплая, но хотя бы не возле, да? Да. Наоборот, можно походить, посмотреть. А тут описание не вижу. Может быть, с другого ракурса. Не вижу таблички, как это дело обзывается. На дереве висит. Где? Ну, кто-то постарался, сделал, повешали.
скорее всего, вот этот комплекс. А может быть, все это в комплексе, как говорится, зарождение. Купаться, запрещено. А так хотелось, да? Да, так хотелось. По идее, красиво бы было, когда все. Да. Я думаю, что тут еще когда солнышко приломление будет. Это еще высохнет, но на это оно не блестит. Но вот когда это все в воде, это все. Ну да. Посмотрим, что там еще в здании. Но пошли, обойдем здание, тут сейчас выйдем куда. Ну а что, нам хоть так? Пойдем по парку. А выхода к машине все равно нет, это туда дальше уходить в конец. И... Не знаем, посмотрим, где у них магнит косметик. Зенден, одежда, все что хочешь. Древо жизни. Ну, художник, он так видит.